это пиздец, блядь. Вообще чувак, походу, не смотрит по сторонам. Вот почему я всегда смотрю, кручу головой, когда еду. Вы посмотрите, какие лужи. Это просто джинсы стирать 100% после этой охуенной поездки. Хорошо бы еще и куртку бы постирать. И все остальное. А, телефон работает еще отлично. Блять, я не знаю, как я дальше поеду. Адский трэш просто. Посмотрите, лужи какие. Поэтому вот такую вот скорость возьму, пожалуй, и поеду аккуратненько. А виза тоже хрен закроешь, он сразу потеть начинает. Так. У меня прямо. Нихуя не видно через визор. Буквы вообще не видно. Блять, опять лужи, ёбаный стыд. Надо руль прямо держать, стараться. И вообще мотоцикл, чтобы был прямо всегда в такой ситуации. И надо стараться. Ой, ебать, там лужа. И надо стараться, короче говоря. Чё я хотел сказать? Ах ты ж, сука, ебаная ты нахуй, а, тварь. Он, по-моему, даже удовольствие получил, скотина, от этого. Короче, надо стараться не тормозить и не газовать в такой ситуации. Опять лужа, я опять торможу на всякий случай. Потому что даже если в крайнем случае уж падать, да, ну будем говорить своими словами, упасть в такой ситуации очень просто. Так если падать, то хотя бы как можно меньше скорость, чтобы была. Это вот такая логика здесь. Но и при этом, чем на меньшей скорости ты лужу проезжаешь большую, тем, конечно, тоже лучше. Тем больше шансов не упасть. Смотрите, ну, блядь, ну это опасно, нахуй. Это очень опасно. Потому что шины мотоциклетные все-таки не так проектируются, как автомобильные даже, по поводу дождя. Все-таки больше на сухую погоду рассчитано, потому что, ну, понятно, что большинство мотоциклистов ездит только в сухую погоду, и я один из них. Просто сегодня прогноз погоды меня наебал конкретно. Да и вообще, конечно, толщина шины, толщина протектора. Ах ты ж, сука. Совсем другая на мотоцикле, чем на машине, это же понятно. Так, ну, дождь стал поменьше. Но от этого не сильно-то проще. Хотя можно тебе с открытым визором ехать. В такие вот моменты как раз и жалеешь, что нет аварийки на мотоцикле. Можно было бы сейчас, конечно, правый поворотник включить. Ебать. Вот. Но это не особо прикольно. А вот тут что, чувачок стоит. Вообще не обозначил себя, не включил аварийку, не поставил... А, аварийку включил, обманываю. Просто сзади у нее не работает фонари. Вообще его не видно, короче, сзади. Он еще и серый такой, весь с дорогой сливается. Ну что, сволочи. Вот и мой час пришел. Нет, здесь я не поеду, пожалуй, все-таки. А вот здесь можно. Ух ты, Шевроле Камаро, какая машина хорошая. Чего-то задумал на поло, да? Чего он сюда выехал?
Так, а я сейчас встану, между прочим. А тут они направо, наверное, поворачивают. Блять. Нахуй резко тормозить, а тоже в такой ситуации. Блять, неужели придется между рядов лезть? Ё-моё, ну я ж так не могу с такой скоростью тоже ехать, правильно? Но я и не хочу сейчас между рядов вообще лезть, блядь. Здесь узко еще. Вообще нехорошая ситуация, блядь. Просто предельно надо концентрироваться. Блядь, мне вообще не нравится еще вот это... Еще вот этот рисунок на дороге. Он высокий. Мотоцикл подпрыгивает на нем. Вот я за ними поеду, они нормально скорость держат. Меня она устраивает. Так, вот это опасно. Вот на этот бордюрчик, блядь, заезжат. Когда ты между машин, это, конечно, последнее дело. Бабочка. Блин, этот чувак быстрее едет, мне это не нравится сейчас. Хотя тут сухо, конечно, в этом плюс. Ну, видите, как он даже отскочил от этой, от бордюрчика от этого. Блять, ну надо за ним держаться, потому что он как спонсор. То есть на него все внимание. Видите, а после него уже... Люди смотрят, и это клево. Бля, я даже не знаю, какая у меня передача, я уже запутался реально. В подсчетах. Блять, ну он опасно едет. Он может думать, что я к нему так близко, значит, еще быстрее хочу, чтобы он ехал. Но это же не так. Поэтому я вот предлагаю вам такой вариант. Вот эти бордюры, вот эта вот линия разметки высокая. Если увидеть, что она высокая, то надо не рядом с ней ехать, а вот так раз резко, потом раз опять резко, раз, вот раз, опять резко и скакать, короче говоря. Поняли, да, о чем я? Вот смотрите, вот такой вот обгон. Раз. Что-то типа того, резко, то есть все делать, потому что под большим углом, короче. Потому что в такой ситуации, ну, блядь, все, опять хуйня началась. Все, дальше не поеду нихуя между рядов. Не, ну, разве что чуть-чуть еще, конечно. Блять, ну вот это вот вообще прямо хуйню сейчас занимаюсь полнейшей. Вот сейчас нормально, свободно. Одно радует то, что в дождь мотобата не бывает. Обычно, не всегда, но обычно. Так. Но тут я уже не буду поворотник аж включать. Потому что тут это может сбивать людей. Ах ты ж ёбаный-то ты нахуй. Ёбаный стыд, блядь. Это, короче, самая низина. Самая низина, поэтому здесь такая лужа собралась, неебическая. А тут вот более или менее. Тоже как бы, конечно, мокро все это, понятно. Но, блядь, по крайней мере, луж таких нету. Тут горочка. В
Подождите, а мне не сюда ли, вообще-то говоря? Нет, дальше. Нет, 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 дальше, дальше, дальше. Что, никак, блядь, не запомнил, нахуй. Так, все, опять поворотник на всякий случай. Но то, что вы там включаете, вот как у меня дальний, там поворотники или эти, аварийку еще лучше. Вы не думаете, что у вас, блядь, все начинают видеть сразу? Это все ерунда. Но это все дает какой-то, конечно, да, вероятность, что вас увидят. Но на самом деле вы продолжаете совершать очень опасный маневр. Вот даже сейчас я еду очень опасно. Поэтому, конечно, включайте все это дело обязательно. Все, что у вас есть, можно еще гудеть. Но вы не думайте, что вас кто-то видит. Продолжайте ехать так, как будто вас никто не видит. И продолжайте ждать, что у вас сейчас все перестраиваться будут. Каждая машина может вас перестроиться. Этого достаточно, чтобы относиться к ней так, ну, с большим вниманием, намного больше. Вот видите, этот чувак увидел, но поздно. А вот один не увидит, все, пиздец, авария. Сзади там кто-то. Вот, видите, вступил, вообще проблем нету с этим. То есть, ну что я потерял, вот реально? Ну, секунд 15, может 20, да? Да и то вряд ли. 10 секунд. Зато теперь еду спокойно совершенно, они едут там быстро, с их скоростью. Ой-ой-ой. Но самое главное, что у меня появились спонсоры. Хотя бы на какое-то время. Из-за них люди сейчас будут более внимательны чуть-чуть. Но это опять же ничего не значит. То есть автолюбитель может пропустить одного мотоциклиста и совершенно не подумать, что там еще могут быть. И он также перестроится, там еще что-то сделает. И все. Блять, вообще мне третье кольцо, конечно, не нравится в плане от пробки. Постоянное, во-первых.